В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в нашем районе была благоустроена городская набережная. В прошлом – две парковых зоны в хуторе Беликов и поселке Совхозном. В 2024 приступили к благоустройству улицы Красной от Дзержинского до набережной. Уже к концу этого года улицу Красную будет не узнать. Это будет современное общественное пространство, сделанное в едином стиле с городской набережной. Главным объектом нового благоустройства станет фонтан с музыкальным и световым сопровождением. Подсветку фонтана и колоннаду набережной объединят световой комплекс с разными вариантами подсветки. Работы по реконструкции идут полным ходом. Строители проводят выемку грунта, демонтируют бордюры, завозят щебень. Для жителей обустроили проход вдоль магазинов Крым. Находимся на объекте реконструкция улицы Красной от набережной до улицы Дзержинского. Благодаря программе «Комфортная городская среда» и поддержке наших жителей, которые проголосовали именно за этот проект, потому что мы сделали несколько проектов благоустройства в целом по городу, люди поддержали именно этот проект, и вот в этом году идет реализация. Новое благоустройство синхронно нашей набережной, современное освещение, парковые зоны, плюс парковочные места предусмотрели. Спасибо всем, кто участвовал в проектировании, сегодня участвует в строительстве, поддержке губернатора Кубани Ивановича Кондратьева, потому что краевые деньги присутствуют. Так что всем спасибо, я надеюсь, что будет еще один уютный уголок в городе Славянске на Кубани. Общая сумма программных средств, выделенных на реконструкцию улицы Красной, 83 миллиона рублей. После завершения основного объема работ будет проведено озеленение территории. В проекте предусмотрены широкие газоны и кустарники. Завершить благоустройство планируется к концу года.